Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я получил очередную посылку. Но эта посылка не от подписчика и не от YouTube. Это посылка от моей партнерской медиасети, к которой я подключен вот уже 2 года. И вот так выглядит эта посылка. Я уже знаю, что там находится внутри. Там внутри находится серебряная кнопка. И сейчас я вам расскажу, почему я получил эту кнопку именно от моей партнерской сети, а не от YouTube. Для начала я расскажу, пока буду распаковывать, буду рассказывать. Для начала я расскажу вообще, как и почему YouTube дает такие серебряные кнопки. Когда на канале получается, ну, когда канал набирает 100 тысяч подписчиков, то в знак благодарности YouTube такому каналу выдает приз. А этот приз... Этим призом является вот такая серебряная кнопка. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Ну, кто-то, наверное, уже получал такую кнопку, знает, кто-то видел, как она выглядит. Вот. И когда на канале достигается 100 тысяч подписчиков, то примерно где-то через 2-3 недели в панели управления появляется кнопка «Получить приз». Нужно нажать эту кнопку и ввести свой домашний адрес, свои реквизиты, вот почтовые. И YouTube в течение некоторого времени вам изготовит эту кнопку. Ввести нужно будет название своего канала. Вот, YouTube изготовит эту кнопку и вышлет ее почтой. А идти она будет где-то примерно в течение 3 месяцев. У меня 100 тысяч подписчиков было в ноябре прошлого года. И где-то вот через 3 недели у меня появилась эта кнопка. Я ее нажал, ввел свой адрес и начал ждать эту кнопку. Но прошло 3 месяца, прошло 4 месяца, эта кнопка так и не пришла. Видимо, организаторы на YouTube этой призовой программы решили, что они не будут посылать эту кнопку почтой, а выдадут ее уже официально всем блогерам, которые съедутся на фестиваль Video People, который проводится в Москве теперь уже ежегодно. Вот. Поэтому, наверное, я думаю, наверное, по этой причине эта кнопка ко мне не пришла по почте. И когда проходил фестиваль Video People, на который я, к сожалению, приехать не смог, так как кроме YouTube я еще работаю на нескольких работах, вот, и многие мои зрители стали мне скидывать фотографии вот этой вот кнопки, которая там была. Но так как меня не было, и я непосредственно ее забрать не смог оттуда, из Москвы. Но, так как мне подписчики стали скидывать просто десятками, может даже и сотнями эти фотографии, мои кнопки, то я, соответственно, узнал, что там есть моя кнопка, и связался с моей партнерской программой, ну, то есть с моей партнерской медиасетью. Называется она «Агентство интернет-прав». 2 года назад я уже снимал видео о том, как подключиться к этой партнерской медиасети, что она из себя представляет и какие дает преимущества по сравнению, если, например, к ней не подключаться. В описании, кстати, есть ссылка на это видео. Если вам интересна эта информация, то можете посмотреть о том, что я рассказывал 2 года назад. Я уже больше 2 лет подключен к этой партнерской медиасети и очень доволен, потому что на самом деле сеть очень хорошая, никаких нареканий у меня нету. Все как бы относятся к работе очень ответственно. Вот, и как видите, даже мне прислали кнопку. Причем я связался когда с менеджером, со своим Дмитрием, сказал, что вот так и так мне скидывают подписчики фотографию моей кнопки, и я бы хотел ее получить, есть ли такая возможность. Он написал, что не ответил, что конечно же такая возможность есть. Они мне эту кнопку вышлют. И вот сегодня она ко мне пришла. Причем они выслали мне ее где-то 2 дня назад. Послали они ее не почтой, а служба экспресс-доставки. Вот так вот красиво запаковали. Здесь вот Air. Такие вот наклейки. Вот за что большое спасибо хочу сказать своим подписчикам. За то, что они проследили все-таки эту кнопку и стали активно мне скидывать фотографии ее, за счет чего я узнал, что моя кнопка все-таки есть, она существует, она пришла. Вот, и я связался со своей медиасетью, и они
оказались очень добрыми и выслали мне эту кнопку прямо на дом. За что я им очень благодарен. И, Дмитрий, привет тебе и большое спасибо за кнопку. А также большое спасибо Сергею, который непосредственно эту кнопку мне отправил. И даже вот оформили таким вот подарочным бантиком. Большое спасибо, ребята. Наконец я могу взглянуть уже вживую, как выглядит эта кнопка. Раньше я эти кнопки видел только лишь на картинке, как их распаковывают другие видеоблогеры. Вот. Сейчас уже я смогу сам на нее посмотреть. Хотя уже прошло очень много времени с того момента, когда у меня было 100 тысяч подписчиков. Сейчас у меня уже на канале более 450 тысяч подписчиков. Уже скоро будет 500 тысяч. Но ничего страшного. Главное, что эта кнопка до меня дошла. Вот так вот она выглядит. Вот я первый раз вживую вижу свою серебряную кнопку. Я очень рад. Все-таки для меня это большая награда. И можно сказать, что я первый человек в своем городе, кто получил вот такую серебряную кнопку. А живу я в городе Череповец. Это Вологодская область. И в Вологодской области я еще пока тоже не знаю ни одного человека, который бы получил подобную серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков. Но, может быть, я просто не знаю. Если вы знаете такого человека, то обязательно напишите в комментарии. Мне будет очень интересно с ним познакомиться. И вот эта серебряная кнопка, она упакована в губку. Что она из себя представляет? Сейчас я посмотрю. Ну, вот такая вот рамочка, она металлическая, довольно-таки тяжелая, эта кнопка, вернее, сама рамка тяжелая. Но внутри находится, за стеклом, вот эта самая серебряная кнопка, которую я очень долго ждал, и наконец-то я ее получил, и чему очень рад. Теперь можно ее будет куда-нибудь повесить, и она будет мне радовать глаз и напоминать о том, что вот было такое событие, когда у меня было 100 тысяч подписчиков на канале, и YouTube мне прислал вот такой приз. Очень даже такой красивый и оригинальный. За что большое спасибо всем, и YouTube, и моим подписчикам дорогим, и моей партнерской медиасети за то, что они мне выслали эту кнопку. Всем большое спасибо. Ну и большое спасибо хочу сказать всем за внимание, за то, что смотрите и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, всем пока!